Всем добрый день, это Кобяков Артем. Хочу от своего лица поздравить всех своих ребят по команде хоккейного клуба «Витязь» с наступающим Новым годом, а также руководство хоккейного клуба, Лигу УХЛ, Федерацию хоккея Украины. Также хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пусть этот год принесет нам больше удач, меньше травм, ребят, раз всех команд, чтобы развивался хоккей в нашей стране. Люди, которых мы пытаемся достучаться, отреагировали, чтобы они делали для хоккея больше, чем хотим только мы. Вот. Хочу, чтобы в новом году у всех в семьях было благополучие, чтобы все дружили, любили друг друга, чтобы всех объединял в какой-то мере хоккей. Душевно, духовно и физически развиваться, не стоять на месте, прогрессировать. Что еще можно пожелать? Наверное, все. Самое главное — крепкого здоровья. А если будет крепкое здоровье, тогда будет успех, удача везде, благополучие в семьях. Ну, не только в семьях. Все. Всех с наступающим Новым годом. Всем привет еще раз.